Привет, друзья! Меня зовут Ваня, и я хочу нарисовать подсолнух. Яркий, желто-оранжевый, с черной серединкой. Рисуй со мной, будет просто и ярко. А вот у нас вот такие есть карандаши. Карандаши называются «Малыш», утолщенные, 8 цветов фирмы «Гамма». Сейчас увидишь, как они работают. Они действительно сочные, яркие, такие, как нам нужно. Вначале возьмем желтый, потому что хоть наш цветочек и черный внутри, но все-таки, мне кажется, он больше желтый и зеленый, чем он черный. Начнем с яркого солнышка. Подсолнух так и называется. Рисуем солнышко, кружок. А теперь рисуем лучики. Только лучики рисуем вот так вот. Такие вот треугольнички. Сверху треугольничек, снизу треугольничек. Все поэтапно. Сверху треугольничек, снизу треугольничек. А теперь здесь справа треугольничек, слева треугольничек. Получается звезда. Сразу эти закрасим, наши треугольнички закрасим. У нас очень сочные карандаши, они такие мягкие, что давить даже и не получается, и не надо, потому что получается сочно и так. Теперь нужно рисовать еще лепесточки. Вот здесь лепесточек, здесь лепесточек, здесь лепесточек, здесь лепесточек, здесь. И вот у нас получается подсолнух. Раскрашиваем, раскрашиваем их тоже. Так, 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 так. Если ты не успеваешь раскрашивать, то ты ставь на паузу, чтобы успеть и догнать меня. Я тебя подожду, и мы продолжим. Маме тоже прошу, можете, пожалуйста, посидеть рядом минутку. Наше занятие проходит 5 минут, а рисунок получается на всю жизнь. Так что можете порисовать рядышком. Смотрите, желтый мы использовали, просто здорово получилось. Ну, замечательно, желтый цвет, а получился такая вот яркая картина. Что я хочу пририсовать нашему подсолнушку? Хочу пририсовать оранжевые листочки. Опять-таки, вот здесь рисуем лепесточки. Лепесточки я назвал их листочками. Это лепесточки. Нарисуем треугольнички, которые выглядывают со всех сторон. Вот так. Вот так. Между каждым желтым, между этим и этим, этим и этим, стоит один маленький оранжевый. Вот такие у нас получаются лепестки. Вот такой у нас подсолнух. Подсолнух, подсолнух, подсолнух. Подсолнух растет весной, летом, а потом собирают с него семечки. Сейчас мы будем рисовать семечки. Берем черный цвет и держим его правильно и начинаем вот так крутить. Раз, 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 раз. И закрасили. Закрашивать больше не будем. Получается, что у нас есть белые и черные места. И мы их так и оставим. А теперь мы делаем вот такие вот разводы. Вот так вот. Раз, 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 раз. И вот они, семечки, получились. Как классно и здорово. Это такой лайфхак, когда мы узнаем, как можно рисовать очень просто. Не рисуй подсолнух никогда без ствола, чтобы у него были листики. Сразу это счастье придает больше радости нам, потому что мы видим зеленые листики, которые растут снизу вверх, и подсолнух ярко горит. Фух, сегодня мы с тобой хорошо поработали. Карандаши можно убрать на место, чтобы они не сломались или не потерялись. Если надо какие-то поточить, точилка у нас есть в наборе, и все будет здорово. Подсолнух просто яркий, солнечный. Это самый летний рисунок, и самый летний подсолнух, и самый летний цветок. И он мне очень нравится. Солнышко, подсолнух. Я его часто рисую, часто-часто он получается всегда по-разному. И красками, и гуашью, и мелками, и карандашами, и можной аппликацией тоже. Так что приходи на канал Рыбакит и рисуй со мной. Пока-пока!